Соединяя такие тонкие и сложнейшие явления, как театр и детство, необходимо стремиться к их гармонии. Сделать это можно, строя с детьми не театр, не коллектив, а образ жизни, модель мира. Во Дворце детского юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга любой школьник имеет возможность выбрать интересный досуг в творческой форме, где наряду с приобретением специальных навыков, знаний и умений рождается необыкновенный мир дружбы и взаимопонимания, коллективного единения, создается атмосфера волшебства и фантазии. Мир театра. В 2012 году была разработана дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Театр плюс» для занятий с учащимися по театральным дисциплинам. Детскому театру, как художественному явлению в нашей стране, насчитывается около 400 лет. Еще в конце 17 века в духовных и светских школах России были созданы школьные театры как педагогические программы. В начале 20 века известные педагоги, режиссеры, театральные деятели принимали активное участие в развитии детского театрального движения. В наше время это явление обладает мощным зарядом, формирующим личность учащегося, позволяет обнаружить серьезный художественный потенциал, раскрыть широкий спектр и многообразие форм общения. Сегодня в системе дополнительного образования детское театральное творчество – это явление, способствующее освоению учащимися образовательного пространства художественными средствами. Это модная и востребованная форма воспитания художественно-эстетического вкуса. Это сильнейшее средство для самовыражения и самоутверждения подростка в социуме. Это жизнедеятельность коллектива единомышленников, имеющих свое лицо. Сегодня в театральной студии «Театрон» занимаются 75 детей и подростков. На занятиях по образовательной программе создаются наиболее благоприятные условия для определения перспективы развития каждого учащегося. Большое внимание уделяется подготовке детей со средними способностями к самостоятельному творчеству, созданию условий для успешной социальной адаптации. Деятельность студийцев театрального объединения разнообразна и насыщена событиями. Это индивидуальная и коллективная деятельность на занятиях, открытые показы для родителей и гостей, выезды в Ленинградский зоопарк с учебной целью. Это традиционные студийные мероприятия, праздник посвящения студийцы театрона, творческие зачины в день рождения, новогодние огоньки и, конечно, театральные капустники. Коллектив принимает участие во всех творческих событиях дворца. Новогодние спектакли, День памяти снятия блокады Ленинграда, Книжкин недели, День победы в Великой Отечественной войне. Ребята принимают активное участие в социальных проектах района и города. Систематически выезжают в различные театры и музеи Санкт-Петербурга. Проводят тематические творческие встречи. Неповторимая атмосфера единения создается на выездах за город на театральные игры совместно с родителями. Замечательные родители – это большие помощники и надежный тыл коллектива. Сопровождают ребят на всех выездах, расписывают декорации, снимают фильмы, играют в теневом театре и поют. Создают все условия для успешной реализации образовательной программы. Спектакли коллектива – самые яркие и значимые страницы деятельности театрона. От миниатюр и инсценировок до драматических работ крупных ролей. Театральная студия «Театрон» – многократный победитель, призер и лауреат театральных фестивалей и конкурсов детских и юношеских театральных коллективов различных уровней – от городского до международного. Детское театральное творчество обладает уникальными формирующими возможностями, которые заложены в самих особенностях театрального искусства, предоставляющих каждому учащемуся широчайшее поле деятельности для развития собственной личности.